Парализована деятельность сотен организаций, счета которых обслуживает Лантабанк. Доступ к средствам коммерсантов неожиданно для многих оказался заблокирован. Весь день сегодня люди осаждали головной офис финансовой организации, пытаясь добиться от клерков хоть каких-нибудь объяснений. Деятельность перекрыли, все. Деньги невозможно снять, ни оплатить, ни счета, ничего. Был заблокирован банк-клиент-система. Получили письмо о том, что все платежи приостановлены. Вот. Запросили пакет документов, который каждый из нас здесь предоставил. Больше информации никакой нет. Платежи не проходят. Предприниматели часами стояли в очереди к операционистам, чтобы сдать документы, которые внезапно потребовал от них банк. Это выписки из налоговой и бухгалтерской отчетности, информация о роде деятельности, у кого-то запросили прайс-листы на продукцию. Однако зачем это нужно и когда появится возможность проводить платежи, людям не объясняют. В итоге, только после появления журналистов клиентов банка попытались успокоить, мол, ничего особенного, идет проверка на предмет возможной легализации незаконных доходов. Это не мы этого хотим. Это с нас это требует наш регулятор, Центральный банк, который мы должны выполнять. Иначе мы дорожим своим банком. Мы не хотели бы, чтобы у нас здесь отзывали лицензии или еще что-то. Поэтому вот ситуация, которая сегодня самая сложная оказалась. Но оказалось так, что мы не справились с тем потоком, который сегодня пришел. В банке обещают, что ситуация нормализуется в течение нескольких дней. Между тем, сообщения об аналогичных проверках в офисах Лантабанка приходят из других городов, от Москвы до Красноярска.